Потому я бриллианты закопал и это место на карте отметил. Васе можно доверять, и он меня в жизни не предаст. Принудительно выселим вас из квартиры. Вы что думаете, что я совсем тю-тю? Если бриллианты где-то и спрятан, алло, Вася. Не только мы пришли за ними. А что этот мелкий там ищет? Вася, убегай! Нашел! Что ты там нашел? Показывай! Алло, полиция! Ну рассказывай давай, кто ты такой и как ты про бриллианты узнал? Я ничего не знаю, я просто в парке гулял и нашел какой-то мешочек. Можно я пойду домой? Домой ты попадешь не скоро. Все, Маша, побежали! Подожди, дай сюда. А это зачем? Полиция будет интересно, откуда у него эти камешки. Классно ты придумала. Убегаем! Да, прошлая квартирка была поинтересней. И долго мы еще будем сидеть в этой дыре? Не знаю, сынок. Мы за последнюю неделю аж 3 квартиры поменяли. Ну ты же понимаешь, сынок, что это не по нашей воле. Программа по защите свидетелей, под которую мы попали, предусматривает частую смену жилья. Это для того, чтобы бандиты не смогли нас обнаружить. Мне уже это так надоело. Я уже очень сильно домой хочу. Понимаю, но пока банду с ее главарем не поймают, мы будем находиться под защитой полиции. Папа, я знаю, кто может быть главарем банды. Ну и кто же? Это твой друг лучший, Михаил Сидоров. Серега, быть такого не может. Я с дядей Мишей с первого класса за одной партой просидел. И на свадьбе с твоей мамой он у нас шафером был. И вообще, с чего ты взял, что это он предатель? Это проверенная информация. Ну и от кого ты это все узнал? Мой друг Вася, он все разузнал. Хозяин котельни, в которой держали тебя бандиты, дядя Миша. Это все бред какой-то. Я в это в жизни не поверю. Пусть лучше полиция во всем разбирается. Папа, ну это точно он. Ты должен мне поверить. Подожди. И как это тебе твой друг смог это все рассказать? Ты что, с ним по телефону общался? Сколько раз мы тебе говорили? Никаких разговоров по телефону. Ты что, не понимаешь, что по звонку нас бандиты смогут вычислить? Все. Телефон ты получишь, когда мы вернемся домой. Вася, тут к тебе подружка пришла. О, привет, Маша. Проходи, садись. А хотите, я вам компота с конфетками принесу? Да, хорошо. Спасибо. Ну что, Серега так и на связь не вышел? Нет, у него уже неделю телефон отключен. А камушки где? Вот, в кармане. Я с ними не расстаюсь. А родителям ты о них говорил? Нет, конечно же, я ничего никому не рассказываю. Держу язык за зубами. Если честно, после встречи с бандитом в парке я всю неделю из дому не выходил. А того бандита в парке полиция поймала. Откуда ты знаешь? Ты что, новости по телевизору не смотришь? Угощайтесь, дети. И извините, что только по одной конфетке. У нас сейчас тяжелые времена. Спасибо, мама. Ладно, вы общайтесь, а я пойду вещи паковать. А то уже у нас очень мало времени осталось. О чем это она? Да ни о чем, забудь. Как ты думаешь, почему у Сереги телефон отключен? Не знаю, будем надеяться на лучшее. Вася, а ты что? Тоже в Бравл Старс играешь? Да, у меня уже скоро 15 тысяч кубков. Ого, у тебя аж 3 легендарки. И Леня есть. Вот это
тебе повезло. По правде говоря, ворона и Леона я не выбивал. Мне их Серега задонатил. Понятно. А мне папа на день рождения хотел фулл аккаунт подарить. Но я отказалась. Хочу сама в жизни всего добиться. О, а давай вместе в Бравл Старс сыграем. Спорное столкновение. Давай, иди ко мне тут, пока разберем. Я другой буду убивать. Ну да. Так, пипирочка. Ой, и полку. Три теперь за мной наблюдает человека. Вот он какой-то авкашник, Карл. Фрэнк. Сейчас Фрэнку дадим. А, да, вижу. Так, он с Поко. Хочет убить Поко. Убил его. И бегу. Так, тут еще один Фрэнк. Так, убил. Хорошо, молодец. Я же думала, что тебя убили. Не, меня не убьют. Я живучий. Давай, уходи отсюда. Так, давай. Так, ловушку. Давай, ловушка все есть. Вот, давай. Бей, бей, бей. Притянулся. Ой, убей! Молодца. Сейчас я его. Коктейльчик я сейчас возьму. Я ей покажу, где тут раки зимуют. Нужно отвезти на мою ловушку. Я умерла. Ебой. Молодец! Первое место. Да, Маша, ты неплохо играешь. Спасибо, ты тоже. Да. Так что, все закончилось? Хорошо, спасибо. До свидания. Ну что там, папа? Хорошая новость, сынок. Наконец-то полиция накрыла всю банду. Нам ничего не угрожает, и сегодня вечером мы можем ехать домой. Класс. Ну и кто же оказался главным бандитом? А затеял эту всю канитель мой лучший друг Михаил Сидоров. Так что ты, сынок, был прав. Денег ему не хватало по жизни. Ну вот видишь, я же говорил. Только плохо, что бандиты успели наши бриллианты найти. Откуда ты знаешь? Одного из бандитов в парке рядом с нашим тайником поймали. И полиция у него в кармане бриллианты нашла. И что, нам уже их не вернут? Нет, никто не знал, что это я их там спрятал. И теперь ничем не докажешь, что они наши. Получается, мы остались ни с чем. Да, теперь нам придется все начинать сначала. Папа, раз бандитов поймали, мне теперь можно пользоваться телефоном? Я хочу другу позвонить. Твой телефон разряжен, и сим-карту пришлось уничтожить, так что позвонишь из дому, когда купим новую. Привет, Васек. Что, не ждал? Ты даже не представляешь, как я за тебя переживал. Не мог тебе дозвониться. У меня забрали телефон и заблокировали сим-карту. Теперь у меня новый номер. Ну, раз ты уже здесь, значит, все нормально? Да, все нормально. Бандитов поймали вместе с нашими бриллиантами. Теперь я такой же бедный, как и ты. Хотел бы я быть таким бедным, как ты. Ты что, нашел наши бриллианты в парке? Ну, как видишь. А папа сказал, что полиция наши бриллианты нашла у бандитов и забрала. Нашла, но не все. Но это длинная история, потом когда-то расскажу. А сейчас мне пора собираться. Спасибо тебе, друг. Ты реально рисковал жизнью ради меня. А вы что, переезжаете? Новую квартиру купили? Нет, не купили. Наоборот, у нас и эту отняли. Папа решил заняться бизнесом и залез в большие долги. И куда же вы теперь пойдете? Ну, пока не знаю. Наверное, пару дней поживем в приюте для бездомных. А там потом, может, родители что-то и придумают. Вася, в трудные минуты ты единственный, кто меня выручал. И я тебе многим обязан. Да ладно, Серега, мы же с тобой друзья. Да, друзья, и я тебя тоже в беде не оставлю. Вот, думаю отдать долги и вернуть квартиру. Вам этого хватит. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Ты этого заслужил.
И мне наша с тобой дружба важнее любых денег.